Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жиндосом мы будем прятаться друг от друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам мы снимаем эту рубрику. Ой-ой-ой-ой, какие эмоции. Поэтому, ребята, ставьте много лайков прямо сейчас за вот этот видос. Если хотите больше серий с троллинг прятками, чем больше лайков наберем, тем больше серий будем записывать. Ой-ой-ой, ребят, побежали. Под спидами, побежали. Пойдем, ребята, все. Я закрыл устал. В общем, ребята, в чем будет заключаться смысл моей карты? Вкратце сюжет. Это средневековье, тут рыцари, которые тренируются стрелять, которые тренируются сражаться на мечах, и у них тут был пир, они тут собирались побухать, покушать, но в то время на их город напали драконы, и они сразу такие за мечи, за свои мечи ухватились и на поле битвы. А вот, в принципе, весь мой сюжет. Где я буду прятаться, вот не скажу, но это будет что-то очень странное. Надеюсь, тот Жека не сможет меня заметить. Хоть мне кажется, то, что он меня уже случайно спалил, потому что опять Майнкрафт залагал. Но не в этом суть. Давайте мы сначала пойдем к Жиндосу, потом вернемся, и я покажу, где я спрячусь. Поехали. Что, Эдисон, ты готов? Ты готов? Эдисон, ты знаешь, что скоро Пасха вообще-то? Нет. Ну, так, что за индюки бегают? Эдисон, короче, тут вот такая проблема, да, мы играем на 31.7.10, к сожалению, кроликов, пасхальных кроликов, к сожалению, нету. Вот, и поэтому у нас вместо кролика будет павлина. Павлин! Да, это не павлины, это... кролики. Это, раскрой секрет, это индейки. Неважно, это кролики. Так что и не павлины, и не кролики. Эдисон, это кролики. Так, да что лагает? Так. Не знаю, это кролики. Ты главное не переживай, как бы кролики не ставят. Кролики, да? Кролики. Ага. Hello, Эдисон, hello. Кстати, ты не нажимай только на правую мышь. Это Эдисон, кстати. В каждое яйцо можно залезть. Каждое яйцо, ты можешь там полазить, да. Тут ничего нету. Да. Вот, допустим, вот тут ничего нет, кроме этого дебила, который не ты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, хорошо. А где тут у меня подсказка? А, вот вижу подсказку. Эдисон, тут еще есть одна пасхалка в пещере. Одна пасхалка в пещере. Пасхалка, да? Ее очень сложно найти, но я надеюсь, что ты найдешь, возможно. В смысле пасхалка? Какая пасхалка? Ну, это же Пасха, вот тут всякие пасхалки. Ай, это случайно, ну вот прям случайно ударил, хорошо. Прям случайно ударил. Вот прям случайно так долбанул его пасхалка, да, говоришь? Да. А что за пасхалка? Ну, ты увидишь, как бы, увидишь. Ну, в смысле увижу. Ну, да. Ой, посмотрите на него, вот посмотрите на него, настроил тут пещеры. Эдисон, это не обычные пещеры, там есть пасхалка. Еще. О, бегающие яички, да, яички бегают. Ты даже новый пасхалка. О, бегающие яички, хорошо. Яйцо. Яйцом? Да. Яйцо, говоришь, да? Яйцом. Яйцо. Говорящее, да, яйцо? Да, говорящее. Говорящее? Я вижу то, что они мне говорят. Hello, Эдисон. Хорошо. Да ты, Эдисон, так нельзя! Да я случайно на одного тыкнул, хорошо. Ах, ты ж говнюк. Так, а вот это подозрительно. Нет, не подозрительно. Ну хорошо. Так, а вот это что, церковь, да? Да, это церковь, смотри, может, церковь, я не знаю. А как мне наверх залезть, у меня такой вопрос? Там можно как-то наверх залезть? Не. Ну в смысле не? А может быть и может, ну даже не знаю, Эдисон, даже не знаю. Не, ну подожди, ну... Вот ты делаешь невидимые блоки в прятках, да? В смысле невидимые? Что, они все видимые? Нет, ты делаешь невидимые блоки, потому что вход в яички состоит из невидимых блоков, вот. Ну и что? Ну я же тебе сказал, что в каждое яйцо можно зайти, так что заходи. А, ну подожди. Хорошо, а как мне наверх залезть, а? Да никак. Можно как-то наверх залезть? Да нет. Ну в смысле нет? Ну я спрашиваю, отвечай! Если я спрашиваю, значит можно. Наверх никак залезть нельзя, не переживай. А, то есть на крышу нельзя, да? А может и можно. Не знаю. Все очень-очень сложно и непонятно. Согласен со мной? Согласен. Вот прям настолько согласен, что даже не представляю. Выключи неймхайд, пожалуйста. Я и так тебе... В смысле? А, неймшоу. Хорошо. Да вот это так, хорошо. Эх, плохие яички. Плохие, очень плохие яички.
Эдисон, хорошо, я тебе дам подсказку. На крышу можно залезть. Да? Можно? Можно, да? Так, хорошо, хорошо. А как туда залезть? Я чуть не вижу, не вижу никакой лестницы. Ну, может быть, сзади где-то. Да, ну нету тут ничего. Ты прям сзади. Прям сзади посмотри, тут может что-нибудь найдешь. Да нету тут ничего. Думаешь, что нет там? Не, ну вот смотри, вот я тебе честно скажу, да? Я вот смотрел туда наверх, да, и в принципе ничего не видел. Ну, потому что я смотрел и не видел никакого прохода, да? Но я видел то, что вот тут стоит какой-то НПС непонятный. В смысле? В смысле стоит? Тут стоит, удалось ли тебе заговорить, Джека, что ты меня так, знаешь, внимательно слушала, я подкрался и задницу тебе надрал. Эдисон, так не честно. Ну что, ну ты меня стоял. Обманул я тебя, Евгений. Этот Майнкрафт лаган, это не что-то невероятное просто. Я тебя обманул, да, Евгений? Обманул. Ах ты ж говнюк, все-таки нашел ты меня быстро, ну ладно, ладно. Я такой, знаешь, я на земле уже стоял и уже видел то, что там уже... Ты неймхайт сделай тоже. Я уже сделал. А, да, ну и все, я как бы не смотрю просто Суисану. Ну давай, прячься, спрятался? Подожди. А-ля-ля-ля-ля-ля. Ай-я-ри-ра-ри. Жека, небольшая история моей карты, да? Небольшая история моей карты. Это средневековье. И смотри, вот видишь, там рыцари стоят, это рыцари. Вот. А почему рыцари такие без одежды? Они без одежды, ну потому что они рыцари. В средневековье рыцари все одинаковые, вот. И все одинаковые. Вот смотри, они тренировались, да, они там стреляли, они мечами бились, и решили устроить себе пир, ну знаешь, немного так, потусоваться. Вот видишь, там стол накрытый, вот это все. Накрыт стол. Но вот тут так хренак, и дракон налетели на деревню, и обломался вот это, обломалась дискотека века, понимаешь? Так, продолжай, да. Вот, обломалась дискотека века, понимаешь, из-за драконов. Вот. Хорошо. Вот, поэтому рыцари решили ухватиться за свои крепкие мечи. И пойти за свои крепкие яйца и мечи в две руки и пойти в бой. Я понял. Все, хватит предыстории, все. Ну, прикольная так, история. Смотри, прикольно. Командный блок. Да, нужно стрелять. Ага. Вот там много, да, командных блоков? Просто много, да? Много есть всяких. Там. Что-то мне это напоминает карту, которую мы недавно проходили. Мне кажется, это все вранье. Мне не нужно даже по ним стрелять. Опа! Опа! А где ты, Евгений? Евгения, ну, рассказывай. Я на крыше дома твоего. Какого дома? А что там? Рассказывай, делись информацией. Там была курица, которую я скинул. Еще одна курица. И чё там? Она плавает. Так, подожди, ну, подозрительно. Хорошо. А чё подозрительного? Ты объясняй свои действия, чё там подозрительного? Подозрительные курицы. Но я проверю все крыши сразу. Так. Хорошо. Так. Евгений, я тебя буду ждать. Ждать. Эдисон, давай так сразу, ты там это, ты что-то... Что я, ну что я? Я тебя скрываю, что я тебя могу скрывать, Джека? Просто понятно, когда он строил, он такой... Да? Вот так было, как сумасшедший, знаешь, ученый, который там изобрел что-то изобрел. Он что-то изобрел, и мне кажется, он придумал новый способ, как прятаться, и мне очень это напрягает, еще и катакомбы всякие понастроил. Да нету там катакомб, нету. Там просто проходик такой небольшой и все. Так, хорошо, ладно, даже NPC не бьется, поэтому это, видимо, не ты. Так, хорошо, я вроде все. Забыл выключить геймод, ну ладно, ну давай. Так, подожди. Я вроде прочекал полностью башню, как бы я могу даже в каждый блок ударить, да? Ну хорошо. Ну ты там много еще смотри, много всего там еще есть, Евгений. Я просто хочу точно убедиться, что здесь ничего нет. Хорошо, здесь вроде ничего нет. Пробьем водичку. Водички. Водички пираньи, аккуратно, Жека, пираньи там, наверное. Нет, никаких там пираньи нет. Ай-яй, NPC бежит за мной. Ай-яй. Но там пираньи опасные, Жека. Не вижу никаких пираньи. Да, значит, уплыли куда-то. Вот я поаккуратнее. Ай-яй-яй-яй. Хорошо, ладно, это не ты. Кто там тебя бьет? Почему-то мне кажется, что ты сраная лошадь. Вот тут, почему мне так кажется, я не знаю. Хорошо. Не, подожди, ты не лошадь.
Похоже? NPC плавает в воде, летучие мыши Ой, случайно ударил! Побежал, смотрите, побежал! Погоня! Ну. Погоня! Так, подожди, я не понял. Смотри, ты не эндердракон, ты не летучая мышь, ты не в воде. Насчет Стива я, конечно, не уверен, потому что они все какие-то странные. В смысле странные? А что там странного? Я не думаю, что ты будешь Стивом, потому что Стива слишком много. Это слишком было бы жестко и неинтересно. Ну, хотя фиг знает, возможно, ты и так бы странный. Ну, ты обычно прячешься не так банально. В смысле не так... Ну хорошо, я ничего не буду тебе говорить, не так банально. Ну, а то есть, если ты там превращаешься в кого-то, или ты одеваешь броньку и где-то прячешься, то это... Это... КАК?! ВОТ КАК?! Да! Объясни! Да! Да! Я не знаю, я просто заметил яйцо на полу, потом заметил яйцо на столе. И что-то я так подумал, что это яйцо! Да, да, да! Или ты меня спалил перед началом серии, когда я случайно яйцом, да, прибежал и сел на диван? Ты уже знал, нет, ты уже знал! Я на самом деле уже знал! Не, подожди, дай я объясню. Я тоже ставил эти яйца, я вначале думал, что это из дикокрафта яйца, а потом такой смотрю, от них тень. Думаю, чё? Хорошо. Ну, в принципе, ты довольно-таки не банально спрятался. Яичком спрятался. Ты меня тоже долго искал, тоже. Да, ну, мне понравилось. Ой, где я? Жека, подожди. Оно, конечно, так криво работает, очень криво работает. Да, я превращусь хотя бы в себя, а то я не могу даже посмотреть вообще никуда. Так, алло! Да, ребята, хотел бы сказать, что мы добавили как бы мод Mock Rangers в эту нашу сборку. Если вы хотите, чтобы мы какие-то новые моды добавляли в наши рубрики, то пишите об этом и ставьте лайкусики. И лайкусики это, конечно, обязательно. Чем больше лайкусиков, тем быстрее выйдет новая серия. А вы хотите видеть новую серию как можно быстрее, конечно. Поэтому ставьте лайк. Да. Ребята, до свидания, спасибо всем, пока. До свидания.